4 года работы с учетом проектирования и строительства. Развязка аэропорта – объект сложнейший и важнейший в решении транспортных проблем Сочи. Перед тем, как официально открыть движение по новой развязке, отмечают тех, чьими усилиями удалось в срок сдать объект, в первую очередь инженеров и строителей. Я уверен, что эта транспортная составляющая будет жить и сегодня, и завтра, и, конечно, после Олимпиады. Я очень надеюсь, что сочинцы, гости нашего курорта забудут эти многочасовые пробки, эти проблемы, которые были связаны с этим. И мы действительно получим во время Олимпиады и после нее новый город с новыми возможностями и решениями. И вот главный момент. Развязка, которая решит проблему пробок в районе аэропорта, официально открыта. Заторы на дороге уйдут в прошлое благодаря системе разделения потоков автомобилей по двум разным уровням. Новая развязка обеспечит заезды и выезды из аэровокзального комплекса, устраняя их пересечения. То, что это на порядок улучшит транспортную ситуацию и одновременно экологическую, это чрезвычайно важно для города, экологической ситуации в городе, мы можем это гарантировать. Сегодня идет реконструкция всей улично-дорожной сети города, ремонт дорог по городу. Это все приведет к тому, чтобы в городе не было пробок. Развязка аэропорт – это не только новые дороги, это целый комплекс сооружений. Два путепровода, крытый наземный пешеходный переход, система наружного освещения. В проект вложили почти 2 миллиарда рублей. Это один из сложнейших объектов, который строит Росавтодор для Олимпийского Сочи. Уже построил, можно сказать, с гордостью мы это отмечаем. В срок сдали тяжелейший объект. По новой трассе можно будет двигаться со скоростью 70 км в час и добираться из аэропорта в Красную Поляну и Адлер без пробок даже в дни спортивных состязаний, когда транспортный поток увеличится в несколько раз. Если считать дорогу, которую открыли сегодня, то в Сочи в этом году уже ввели в эксплуатацию 4 новые транспортные развязки. Все объекты ставали строго по графику, а некоторые и вовсе с опережением в несколько месяцев. В таком же ударном темпе планируют завершить строительство оставшихся объектов олимпийской транспортной инфраструктуры. Это дублер курортного проспекта, участок федеральной трассы от Адлера до поселка Веселое и развязку «Голубые дали». Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.